Юная жительница Ленинского городского округа Аделия Загребина стала известной благодаря проекту «Голос дети». Девочка одержала победу в 9-м сезоне телевизионного шоу. Детская школа искусств поселка Развилка не случайно была выбрана площадкой для первого сольного концерта Аделии Загребиной. В этом образовательном учреждении вот уже год юная певица учится на отделении скрипки. Я горжусь каждым ребенком, который учится в нашей школе искусств, потому что каждый ребенок талантлив. Аделия особенно талантлива, и она нашла ту струну, которая звенит у нее ярче всего. Она прекрасно поет, она очень любит музыку. Это живой ребенок, это очень эмоциональный ребенок. Это прекрасная девочка, хрупкая, маленькая, но очень работоспособная. В программе концерта любимые композиции 8-летней артистки, в основном из репертуара зарубежных исполнителей. Аделия признается, что на творчество ее вдохновила песня из мультфильма. «Пусти и забудь». Что прошло, уже не вернуть. Вот это вот раньше было любимое. А сейчас любимая песня – это «Файдер». Приехали поддержать юную певицу ее друзья, тоже участники шоу «Голос». Ребята объединяют любовь к музыке и большие планы на будущее. Сцена – это как мой дом. Я очень свободна и люблю свое дело, поэтому я в будущем хочу стать певицей. Главный наставник и помощник Аделии – ее мама Илона Загребина. Именно она выступила в качестве продюсера и организатора сольного концерта дочери. Не было планов делать из нее музыканта, просто когда видишь, что действительно имеет ребенок хороший слух, действительно и ребенок поет, попадает в ноты, развивается, и главное, что он делает то, что он хочет и любит. Тогда как бы пришлось делать из нее музыканта, хотя не факт, что будет в будущем. С концерта в школе искусств стартует большой совместный тур с другими участниками проекта «Голос дети». Юные артисты отправятся на гастроли по городам России. Наталья Буслаева, Ольга Садовская, «Видное ТВ».